Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Если обстоятельства жизни не позволяют им немедленно отправиться в путь, будьте уверены, это временное явление. При первой же возможности они поднимут паруса и отправятся в приключения. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы этого имени необычны, неординарны, в них есть нечто таинственное, часто создается впечатление, что их мысли витают где-то далеко, в ином неведомом мире. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Они любят делать других людей счастливыми. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Эти люди обладают рациональным, гибким, аналитическим складом ума. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и истины. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Дружелюбные – носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.